Всем привет, с вами Нильф Горн и Aftermatch. Ромерос Aftermatch. Такая вот игрушка скачана в Стиме бесплатно. Про зомби, выживалка, то есть какие-то такие вот дела. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Сто, нифига народу здесь играет. Ну, понятное дело, игра бесплатная. И понятно, что народ сразу повалил. Играю, сразу скажу, играю первый раз. Вообще, буду вот просто вот первый такой вот... Первый взгляд без английского. Вы сами знаете все прекрасно, что у меня с английским не очень хорошо. По возможности выживалка, зомби, собирательство, крафтинг может быть какой-нибудь есть, присутствовать. То есть мы сейчас это все посмотрим, заценим, оценим. То есть, конечно же, это только начало, и, как всегда, некоторые моменты могут быть сыроватые. Это неизбежно в таких играх, особенно те, которые выходят в Стиме. Так что, ребят, как бы не нужно категорично смотреть. Будем в большей степени смотреть на геймплей и на картинку. То есть именно на это, как бы, движение, да, атмосфера. Вот эти моменты очень важны в таких играх. Если они переданы очень хорошо, то это шикарно. Конечно, сейчас будем, наверное, умирать от людей тысячи и тысячи раз. Но, как бы... Это неизбежно, люди все-таки самые страшные животные в таких играх, самый страшный враг, так сказать. Поэтому это нормально, что с людьми будем воевать. Хотя я не посмотрел, PvP там сервер был у меня или PvE сервер, ну то есть как-то тоже не знаю. В общем, сейчас решим загрузочку, довольно мейл, там пароль и все. И игра началась, вот сразу уже какой-то чувак, при том, как его зовут? Черт, игра на что-то похожа. И похоже очень она на Survival чего-то там. Как-то там, по-моему, игра называется. Вон там я вижу еще людей. Я даже не посмотрел графика, низкие общие показатели. Как это такое? Почему это вообще? А, вот. Черт, залипло как-то так. Закрытая бета, притом закрытая бета, которую можно скачать в Стиме бесплатно. Я вон там вижу уже городочек. Ну, знаете, вот так вот на первый взгляд довольно-таки неплохо. Графончик такой тоже приемлемый, так скажем. Чувак какой-то тоже побежал. Так, что у нас есть в инвентаре? Блин, очень похоже на игру Survival чего-то там. Тоже про зомби. Прям вообще вот стилистика... Все очень похоже на ту игру, только графика, мне кажется, все-таки похуже. Хотя и деревья точно-точно такие же, дорога, блин. Прикольненько, честно говоря. Хоть и зомби выживалок очень много вообще уже выходит, да? И вообще уже есть очень много. И очень много, которые... О, зомби, давайте его попробуем вальнуть. Так, спокойно, спокойно. Нормально, нормально. Это радует, что довольно-таки шустро убивается. В том плане, что не надо будет сидеть и по 5 минут тратить на каждого. Ух ты, ё! Может быть, как-нибудь, конечно, нужно более, ну, как сказать... Вот так вот, может быть, shift, оп-оп-оп, выживальщик, вон бежит какой-то выживальщик, но надо быстрее шарить во всяческих домах, быстрее какую-нибудь кирку найти, не знаю, что угодно найти, чтобы как можно быстрее как-то вооружиться. Блин, вот я нашел какой-то ранец уже под осколки зеркала. Прикольно, предметы лежат на... Ну не надо, а, ну успокойся ты. Вот сейчас 100% будет на меня нападать. И это 100%, потому что они такие, которые... Как говорится, только хватаешь в руки оружие, сразу хочется кого-нибудь убить. Ладно, ничего, побегаем.
О, блин, зомби ко мне идет. Прикольно, вещи заметили, как лежали? Лежали. Закрыть нельзя. Кастет, отлично. Это, то есть, видите, они не просто валяются на... Ну вот, смотрите. Оп-оп-оп. Пробежимся мимо. Да задолбал он. Он явно за мной охотится просто. Либо охотится, либо черт его знает, что там происходит. Отвалите от меня, в общем, короче. Не хочу никого к себе подпускать. Честно говоря... Так, что-то пачка соли. Притом, игра, как видите, условно на русском. Почему условно? Потому что она как-то частично переведена на русский, а вроде бы и не переведена полностью. То есть, вроде бы самые привычные вещи-то есть на русском. Ладно, забили на всех, побежали дальше. При этом, смотрите, чувак явно пропустил дроп. Ну давай, офигеть! Вот это нычку я нашел. Расколотое стекло. Что это у нас? Тюремная заточка. По-пацански. Так, разобрать все можно. При этом я вот смотрю, может быть, ящики крафтинг. Ага, временное убежище, спальный мешок можно крафтить. Офигеть, смотрите, здесь крафтов просто немерено. Топорик можно скрафтить, которые необходимые предметы непонятно какие. Оружие, все это закрыто. И, наверное, придется искать рецепты. Я слышу, кто-то ходит. Притом здесь еще... Я такую неплохую нычку-то нашел, кстати. Так, ну прикольно. То есть, есть чем подраться. То есть, заточка из ножниц сделана. Это забавно. Так, ладненько, давайте вот это вот рубленное дерево возьмем. Или все? А, блин, нету места, черт. Ладно, не проблема. Не проблема, а поломились дальше. Вон еще рубленное дерево. Так, вот там я видел что-то. Ну-ка, ну-ка, иди-ка сюда. Ну... А, валим их что-то много, слишком. Честно говоря, вот первое впечатление такое, оно приятное. Не скажу, конечно, что прям... Вау, как классно, как прям вообще шикарно, графон, все дела. Нет, такого нет, конечно, графончик такой, ну, среднячок. Но в общем фоне это смотрится все не, очень даже и неплохо. Так что... Давайте вот здесь вот, я помню, за этим барханом что-то там я видел, что... Во-во-во-во. Трупы, считай, зомби. Интересно, здесь уже кто-то побывал, потому что трупы валяются, или они сейчас встанут? Смотрите-ка, чё? Так, а вот что интересно круче, заточка или... Урон 20. Урон 20. То есть и то как бы одинаковое, в общем. Конечно же, машины не работающие. Тут не нужно этому удивляться. Это же все-таки зомби-апокалипсис. Все машины уже поломались. И что это? Отлично. Ребят, по-моему, это дробовик. Я не знаю... Так, как выбросить там сброс? Вот, сменить рюкзак. Ух ты, ёшкин кот. Давай, давай, давай. Почему не подбирает-то? Почему не подбирает-то? Чёрт. Не знаю почему, но почему-то вам чего? Вам нужен специальный инструмент, чтобы добывать. А, понял, теперь понял. Так, рюкзак уровень 1. Так, по-моему, здесь уже кто-то был. Раз тут уже рюкзак уровень 1 валяется.
Вот, да. Управление такое интуитивное, то есть ничего, вот, ну, так скажем, я сложного в этом не вижу. Так, что тут? Гаечный ключ. Так, сочные яблоки, дерево. Давай, все, забираем. Пока можем что-то забрать, все забираем. Так, ух ты, ё. Притом они в каких-то бронежилетах, что ли. Отлично, отлично. Все это шикарно, конечно. Это все зашибись, но... Где? Черт, уровень третий, рюкзак, уровень 3. Я даже не представляю, что там. Ну-ка, смените рюкзак. Уху-ху, сброс, конечно же, сброс. Так, еще дерево. Смотрите, здесь спальные мешки. Почему я спальные мешки, интересно, не могу подобрать-то? Бочка какая-то. Такое чувство, что здесь уже, ну, крафтили, что ли, или что-то пытались собрать уже моток веревки. Возьмем. Капуста. Пучок салата при том. Не просто капуста, а просто пучок салата. Так. Ну вот же, а. Е-е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 
лишь один патрон. Это, по-моему, дробовик. Что-то такое, ну, что-то типа дробовика. Ладно, ломанулись дальше. Я даже не буду здесь останавливаться. Блин, прикольненько, честно говоря. Единственное, что нужно будет разобраться с рецептами. Либо надо какой-то крафтовый стол, либо еще что-то в этом роде. Так, карта есть-то? Карта есть. И... Ого. Ого-го. Ого-го-го-го. Карта-то не маленькая. И там какие-то еще значки. Сейчас я убегу все-таки от зомби. Смотрите здесь. Офигеть! Ребят, да карта просто огроменная. Это шикарно. Это вот, вот, вот теперь здесь есть интересный такой, сказать, момент. Смотрите, ну нет, это впечатляет. Это просто... Она не то что среднячок. Да, она офигенно огроменная. Вот так я вам скажу. Я так понимаю, вот эти камни можно добывать, то есть просто исключительно нужно найти нужный инструмент. Где-то вот там вот были палатки, мы сейчас к ним сбегаем. Я бегу, и у меня есть вода и еда. Жизни, понятно, наверное, вот тело, которое в левом нижнем углу нарисовано, тем меньше оно будет краснеть, тем меньше у меня жизни и будет. Так, где-то там, вот здесь вот давайте, далеко, конечно, я решил сбегать, но ничего. Это прикольно. Ребята, мне нравится. Во-первых, и игра условно уж бесплатно, 100%. Что-нибудь здесь можно будет купить в магазине в каком-нибудь. Хотя я этот магазин еще не видел. Но... Ну, как сказать? Я даже не знаю, какую оценку поставить, да? Вот первое впечатление. Первое впечатление очень и очень положительное. Я вот так вот вам скажу, потому что... Мне нравится то, что происходит. Мне нравится, как это все выглядит. Мне нравится картинка. Не скажу, что она прям шикарная, но она очень даже и очень нормальная. Мне нравится то, что подбирается дроп, и он лежит так аккуратненько на предметах, то есть на стульях, на диванах, а не чисто на полу и по углам разбросан. Так, давайте убьем всех зомби сначала, наверное. Потому что... А чё он какой высокий-то? Черт! Такой мужик в свитере, по-моему. Вообще, это какая-то броня, ну, больше напоминает, но... То есть, видите, деревья можно... Сырой картофель. Кусок угля. Так, где еще? Интересно, есть разница, куда бить? Так. Попробуем коробку разбить, потому что, может быть, из коробки что-нибудь выпасть. Так, это зомби там ходит? Нет, что-то не разбивается коробка. Ладно, понятно. Так, в палаточку саму.
Вот это рецепт Energy коктейль. Ребятки. Здесь, то есть... Надо будет искать рецепты. Все, поломились отсюда. Это очень и очень, ребят, необычно. То есть раньше, ну, в других каких-то подобных играх, просто буквально мы находили предметы и уже сразу крафтили. Здесь же, как видите, нужно будет искать рецепты. Так, я там вижу какую-то статую. А рецепты — это очень важно. То есть, кто быстрее нашел какие-то крутые рецепты, тот и более выживальщик, более крут, более, ну, более силен. Это очень интересно, и это на самом деле очень даже приятно. Единственное, я ничего не могу сказать про донат. То есть, есть ли он здесь. Блин. Крафтинг, карта, рюкзак, персонаж, ящики. Вот, скорее всего, да. Смотрите здесь. Да, ну вот видите, как это купить можно, использовать. 0 баксов написано, достаточно денег. Главное, 0 написано, главное, но... То есть, разные ящики. То есть, есть донат. Но я так понимаю, донат будет очень заметен, потому что... Перезаявить флаг. Ух ты. И чего? Теперь как бы это моя нычка, что ли? По-моему, здесь кто-то базу начал строить. Понял я. Вот теперь понял. То есть тут кто-то начал что-то крафтить. И я у кого-то грядку со свеклой стырил, по-моему. Ну, точнее, просто свеклу стырил. Я думаю, на меня не обидится. Тачка, тачка! Ну, конечно же, ну... Такая, кстати... Вот, блин, ну вот, сразу видно, что она как бы не... Не то, что разбита и изгнила, да, так скажем? О-о-о-о. Сломанная пластиковая бутылка. Это, конечно... Аккуратно, аккуратно. Самодельные патроны 5,56. Странно. Банка моторного масла. Антисептик. Готовая тушенка. Так. А давайте мы быстренько заценим, что у меня есть. 5,56 патроны. Здесь не то, да. Он, конечно, под него не подойдет. Этот дробовичок у нас идет. Так, куда дальше? Вот здесь вот, как видите, есть ферма. Но я так думаю, там сейчас столько народу, блин. Немерено просто. А в машине ничего нету? Вроде бы ничего нету. Давайте с другой стороны обойдем, посмотрим. То есть, интересно еще, можно ли здесь найти какие-нибудь такие места, ну, в которые... Которые не отмечены на карте, так скажем. Вот-вот простой бинт. У меня нету места, черт. Ладно, давайте попытаемся скрасить что-нибудь. Хотя у меня нету ничего и ни на что рецептов нету. Где-то вот здесь вот только, по-моему, открытый. Или нет? Я же какой-то из этих рецептов-то изучил все-таки же. Или не изучил? А, вот он. Изучить. Вот теперь есть. Так, ну-ка. Вот. Вот он. Надо вот это все, чтобы сделать энергетический напиток. Жесть. Так, и тушенку-то я не подобрал тоже. Давайте съедим капусту. На четверочку, да? Оп. Тем самым тушеночку. Сейчас мы. Готовая тушенка. Так. Ладно, давайте на ферму сбегаем. Тут в любом случае часов, ну, 2, 3, 4 где-то примерно так придется... А что за кейсом? За кейсом не упал. Придется бегать от нычки к нычке, то есть от лагеря к лагерю, искать вот эти всяческие рецепты. Потому что без них, я так понимаю, ничего толкового-то
и не сделаем и не найдем. Все, что я бы не собирал, оно, ну, используется на минимальном, так сказать, уровне, потому что выше и не получится. Потому что нету рецептов, чтобы сделать, к примеру, из банана, да, какой-то энергетический коктейль, который бы, наверное, мне и жизни восполнил, и... Ну, вон, я вижу сразу... Вот, а смотрите, вот непонятно издалека-то, человек это или зомби. Скорее всего, зомби расстоит. Это все-таки... Думаю, и так понятно. Вот там вот что-то лежит, вон там вот мишени нету, к сожалению. Вон там лежит этот... Мне кажется, тоже зомби. Ну ладно, будем надеяться, что... Либо здесь уже кто-то побывал и ушел, либо сейчас я просто нарвусь на него. Ну, как правило, я нарываюсь на кого-нибудь. Так, что это у нас? Патроны. Это патроны, ребятки. Давайте сброс. Оу, куча железа, расколотое стекло, куча железа и расколотое стекло. Это, блин, это самые важные... Так, осколки зеркала. Блин, а нафиг осколки зеркала нужно? Сбросить все. Да, блин, неудобно сделано. Очень долго. Так, железо, куча железа, давайте возьмем. Ха, сломанная ракета. Так, гаечный ключ. Кусок ткани. Груда дров. Еще гаечный ключ лежит. Опять груда... Связка дров. Дрова просто. Ящик с... Ящик с чем? С лард? Лард, лард. Что такое лард? Я вообще... Кусок угля. Пачка соли. Давайте пачку соли выкинем. Ящик слард. Вот теперь у меня такой вопрос, знаете, если я умру... О! От! Вот это вот то, что я искал. Если я умру, мои рецепты все они как сотрутся мне, заново их придется искать. Барьер железный. Не надо железный барьер-то выкидывать. Надо его изучать. Жалко... Давайте кастет выкинем. Жалко, что сразу не изучается. Так, самодельные 9-миллиметровые... Так, 4-го уровня рюкзак, ребятки. 4-го уровня. Это же вам не хухры-мухры. Это 4-й уровень. То есть у меня сейчас больше... Да. Вот это круто. Теперь тогда собираем все. Куча гаечных ключей. Прям, смотрите, 1, 2 гаечных ключ. Так, все здесь, по-моему... Так, это что? Осколочная бомба? Нифига себе. Осколочная бомба вам. Так, ладненько. Кабель примыкания. Красная кружка. То есть и в машинах даже предметы бывают. Ребят, игрушка сделана очень интересно, на мой взгляд, потому что здесь везде можно находить предметы. Может быть, потом со временем это все будет уменьшаться или, ну, становиться больше предметов или меньше. Это, конечно, не... патроны. Это понятно. То есть, ну, как бы тяжелый лом. Вот это вот старое чего? Старая упаковочная лента. Так, старый лом. Сброс. Давайте ломик возьмем. Так. Старый лом по-любому посильнее будет. Так, упаковочную ленту бы надо тоже взять. Так, рюкзак 3-го уровня мы выкидываем и берем старую ленту. Так, что у нас тут наверху? Даже постройки некоторые одинаковые с одноименной игрой. Я не буду ее называть, потому что я не помню ее название. Рюкзак 2-го уровня. Детали. Хотя там просто... так. Моток веревки. 5-го уровня рюкзак, ребятки.
Это просто жесть. То есть, смотрите, а, персонаж, можно настроить его. Ну ладно, мне это точно не нужно сейчас. Так, давайте вот это сбросим. Это вот возьмем. Тут же его оденем, это выкинем. И вот провода кабеля-то мы возьмем. Так. Давайте еще полазим. Что это? Картофель какой-то. Черт. Ну ладно. Черт. К черту его. Магазинчик. Главное, на самом деле, самое главное, я уже нашел огнестрел. И нормальную вроде бы дубиночку. Печеная свекла. Осколки стекла. Господи, я... Давайте сразу наверх. Очень интересно сделано, что таблетки TLNX какой-то. Очень интересно сделано, что можно еще и наверху. То есть, смотрите. Тяжелый фонарь. Ну-ка. Стоп, стоп. А, я поменял вид. Пачка соли. Так, давайте, давайте сюда залезем. Ну-ка. Так, вот, надо сидеть просто. Что у нас тут наверху? Так, что-то даже на крыше что-то валяется. Стекло, по-моему, битое. Ребятки, это впечатляет. Это впечатляет, по крайней мере, те строения, которые мы находим. Они все напичканы предметами. И это радует. Так. Давайте... И зомби, честно говоря, не очень много. Я не скажу, чтобы их прям, да, тонны было, были. Рецепт. Блин, жалко, вот двери не закрываются. Вот это вот очень печально. Так, веревка. Кусок угля. Веревка, блин. Так, сейчас мы еще в один домик сходим. И на этом, наверное, буду я заканчивать. Потому что здесь все, здесь можно залипать на несколько часов. Если вам понравилось, ставьте лайки. И мы поиграем еще в эту игру. Также можете сами присоединяться. Вы все прекрасно видели, на какой я сервер нажимал, чтобы ко мне присоединиться. Так что, если у вас есть желание, милости просим, как говорится. Раскрошенное стекло. Какие-то странные предметы. Единственное, что здесь меня пугает, это таблетки. Кастет не будем. Еще один рецепт. То, что здесь нету, нельзя как-то закрыться. Или чисто по звуку нужно определяться. Давайте посмотрим, что это. Баррикада деревянная и чертеж пистолет Кугер какой-то. Это, ребятки, шикарно. Так, его взять между... А, вместо вот так вот нужно, можно только... Но я думаю, ночью он нам пригодится. Пистолет, Кугер. Так, здесь металл, инструменты, две детали, 7 деталей, 5 металла, клея 2 и пластика 3 нужно. Ничего себе, да тут реально нужно просто очень много, очень-очень-очень много лазить. Груда дров. Добывать, крафтить и тому подобное. Ставьте лайки, если вам понравилось и вы хотите видеть продолжение. Всем всего хорошего. Пока!